сделаем это. Теперь этот остров мой, и меня никто не остановит. Эй, не выделывайся. Дай мне обзор на 100 ярдов, и все будет. Пуля. Есть пуля. Это просто бандиты. Новенький думает, что он особенный, потому что болтает с Хойтом. Хойт болтает со многими рекрутами. Он говорил с Васом. Где он теперь, а? Становится все интереснее. Ходят сплетни, что Вас убит. Его прикончил какой-то Джейсон Броди. Я поражен. Кто шлепнет Броди, получит кучу бабок. Пираты остались без вожака психопата, теперь они еще менее предсказуемые. Как дела? Тебя привел сам, да? Он реально крут. А ты крут, пацан. С этим отморозком нужно держать ухо востро. Не таращ свои гляделки на меня. Ха, Хой теперь набирает красавчиков. Узкая жопка лучше разработанной. Пираты остались без вожака психопата, теперь они еще менее предсказуемы. Становится все интереснее. Ходят сплетни, что Вас убит. Его прикончил какой-то Джейсон Броди. Я поражен. Тебя привел сам, да? Он реально крут. А ты крут, пацан. С этим отморозком нужно держать ухо востро. Ха, Хой теперь набирает красавчиков. Узкая жопка лучше разработанной. Не таращ свои гляделки на меня. Теперь этот остров мой, и меня никто не остановит.
Thank you.
Пора отключить Хойту телефон. Привет, Сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь на опоры C4. Это единственный вариант. И оставь немного C4 для стальной двери, забирающей вход в бункер, я... Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Двери сделаны из стали, но есть взрывчатка. Давай! И патроны! Пора отключить Хойту телефон. Привет, Сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь на опоры C4. Это единственный вариант. И оставь немного C4 для стальной двери, забирающей вход в бункер. Я... Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Но бункер!
Большая штука. Надеюсь, С4 хватит. Хойт недоступен. Сэм, готово. С4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе, и все будет чики-чики. Сейчас я его поджарю! Я справлюсь. Встречай меня у склада горючего. Мы там повеселимся. Ну все. Айнс, давай, трай. Пошел. Прыгай. Джейсон. Деннис, я нашел брата, он жив! А что, Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое, семейные узы. Ослабляй. Он мой брат! Запомни, теперь мы семья.
все необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Поезжай к нефтехранилищу. Я встану за пулемет. Блицкриг! День в моей жизни! Приготовь следующую бомбу! Бежит. Oh!
внутрь! Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойда за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойда.